на слуху. На слуху. Вітаю всіх і запрошую приєднуватися в студію Ольга Ксьонц. Наша тема – криміногенна ситуація в Україні. Як ми вже знаємо з повідомлень, на 23% зросла злочинність в нашій країні. І якщо детальніше, то цього року на 38% зросла кількість крадіжок, на 40% виросла кількість грабежів, а в мирних областях збільшилась кількість умисних вбивств. Про це повідомляв генпрокурор Юрій Луценко. Що ж відбувається в країні? Як рятувати ситуацію? Обговорюємо з нашим гостем. І це аналітик Євген Лауер. Здравствуйте, пане Євгене. Здравствуйте. Про що вам це говорить? Ми з вами спілкувались не так давно в цій студії. Ми аналізували діяльність поліції, ту ж криміногенну ситуацію. І що, проблеми всі ті самі? Ну, я думаю, що проблеми тільки усугубились, на самом деле. Тому що преступність росте. Увеличивается отток кадров из силовых структур, в особенности из милиции, из криминального блока. И надо отдать должное Юрию Витальевичу, что он совершенно правильно отметил это увеличение преступности, причем это достаточно ужасные цифры, особенно что касается преступлений против личности, убийств, грабежей, разбоев и прочего. Увеличивается приток оружия, увеличивается количество людей, для которых убийство человека или там насилие над человеком не является особой проблемой. И, к сожалению, надо констатировать, что это будет и дальше. Если не будут предприняты какие-то радикальные меры по изменению, некоторым изменениям, я думаю, что мы будем говорить об этом, в самом подходе к снаряду, как говорится. Добре, ваша точка зору, що треба змінити, от якщо відразу про це? Із моєго опыта общения з силовиками, будемо так їх називати, це, прежде всего, само отношение к личности полицейского, правоохранителя, если так можно, я не люблю это слово, но, в общем, к личности человека, который призван государством для защиты его граждан. И второе – это изменение законодательства, конечно. Такой простой пример, что для проведения литерных мероприятий, там, прослушивания телефона, там, установления какой-то техники, сейчас необходимо оперативному сотруднику пройти 7 кругов ада и через 10 дней там, получить или не получить разрешение на проведение этих мероприятий. Как будто преступники ждут и... Или там дело ждет, и, в общем... И это можно долго вырешивать. Да. Добре, ну а как вы ставите... Это закон, так называемый, это новый уголовный кодекс, в кавычках новый, который придуман еще Портновым. И утвержден был Портновым во времена недобрые Виктора Федоровича. И сейчас эта палка бьет по головам очень многих правоохранителей, включая службу безопасности, включая полицию. І прочі силові структури. Це якщо дивитися, щодо роботи правоохоронних органів. Це ще не просто. Діло в тому, що от Юрій Віталійович, всюди, зараз багато розговорів о ворах в законі. Да, дійсно, для України стало своєго роду для них теплим містом. И большое количество преступлений патронируется именно ворами в законе. Как национальные преступные группировки, этнические так называемые преступные группировки, так и местные. В свое время был подан законопроект по образцу грузинского о признании организаторов преступных формирований или воров в законе априори преступниками. Ну, я не буду вдаваться в юридические тонкости. Его прокатили в Верховной Раде, он не получил ничего. Поэтому каких-то механизмов воздействия у силовиков на именно то, что называется воров в законе, то есть лидером преступного мира, нету. Вор в законе сам не лазит по машинам, сам не ворует барсетки, не ходит грабить квартиры, не организовывает подпольные букмекерские конторы. Они все известны, они оперативно документированы, но предъявить им в суде нечего. Хотя, если бы вступил в силу этот закон, который наша Верховная Рада удачно, опять-таки подчеркиваю, прокатила, то тогда уже само
наличие вот такого рода оперативных материалов уже могло бы способствовать тому, что эти люди могли бы быть высланы там, в Россию, в Грузию, неважно откуда они, или подвергнуты уголовному преследованию на территории Украины. Это как закон РИКО американский. Закон, который предусматривает для группировок, банд, людей обвинения в рэкете и коррупции. А як вам щодо зміни закону Савченко? Адже зараз говорять, що допустили до того, що виходять люди, яких не можна було випускати. Я думаю, що закон Савченко треба просто внести фільтри, або відмінити його, або внести фільтри, по яким статтям можна відпускати. Ну, генпрокурор каже, якщо занадто тяжкі реально, злочини, люди, які сидять по несколько лет то... під слідством, благодаря, або в кавичках, благодаря нерадивості судебних работників, або прокурорських работників, або оперативних работників, сидять в ужасних условиях, то есть тут год за два, ну, когда его принимали, надо было думать. Сейчас думать уже, как говорится, ну, поздновато, надо его отменять, но... Повністю скасовувати. Ну, я не знаю, это, скорее всего, вопрос для криминологов. Арсен Борисович Аваков говорит, что полностью надо убирать, там, для криминологов говорит о том, что его не надо, надо просто ставить фильтры по определенным статьям, по которым... осужденные эти лица. То есть кто-то там за воровство трех колосков торчит 3 года в камере, а кто-то за изнасилование с убийством, там, с отягощающими обстоятельствами. То есть в каждом отдельном случае нужно решать. Суд должен решить. То есть это опять-таки через суд. Важлива заява від Хатії Деканоїдзе. Вона сказала, що вона визнала, є зростання злочинності на 23%, але пояснила, що більше половини злочинів мають майновий характер. Проблема в тому, що наш народ зубожіє, сказала Деканоїдзе. От що із цим робити? Ви знаєте, дуже трудно коментувати заявлення начальника поліції, тому що у неї наблюдається своєго роду какие-то все новые и новые мысли, то оценка полиции должна быть из уважения народа, то еще что-то и так далее. Комментировать ее достаточно сложно, потому что она не очень, то ли она не очень владеет обстановкой, то ли она манкирует фактами. Мне трудно говорить об этом. Посмотрим после 8 октября, после выборов в Грузии, где будет Хатя Деканоїдзе. И, то есть я не могу назвать ее руководство полиции или неуспешным, или успешным и так далее, потому что, ну, не очень она профессиональная, ну, менеджер. Добре, тоді, це може бути дійсно так, тому що зрозуміло, що ну, не можна пояснювати зубожінням злочини, так? Можна, люди, чому? Ну, якщо людина чесна, якщо людина не схильна до злочинів, вона буде жити бідно, але не піде красти. Минуту, якщо у вас є сім'я, если рядом з вами... У нас дуже сильне розслоєння, у нас практично нет середнього класу. Есть нищета, есть богатые. Если через забор от вас живет, предположим, какой-то чиновник, который откровенно живет, шикует не на заработанные деньги. И приходит из АТО человек, который умеет владеть оружием, который умеет совершать насильственные действия, у которого 3 детей и жена, они ютятся в одной комнате. То, естественно, есть посттравматические синдромы, есть обиды и прочее. Естественно, он возьмет в руки дубину, дай бог, чтобы не автомат, и пойдет забирать то, что, как говорится, ему кажется, что принадлежит по праву, тем самым совершив преступление. От этого никуда не деться. Это свойственно всем. Я вот был в Африке много раз, и там то же самое, те же преступления, где большое расслоение, бедные, богатые. На Востоке то же самое. То есть это не всегда касается убийств, это касается краж, грабежей, что от них не убудет, как говорится. И это продукт именно обнищания населения, снижения уровня жизни, повышения уровня жизни государственных чиновников до небес буквально. То есть это, естественно, это вызывает социальное раздражение. Это не бомба замедленного действия, это действующая бомба. Вже? Действующая. С приводу замовних вбивств, те, что їхня кількість зросла в мирних областях, вибачте, а це що? Ну, решение вопроса при помощи оружия, взрывчатки, это, как говорится, святое. То есть для преступного мира, где, опять-таки, идет большое расслоение социальных слоев, а самое главное, где
плохо или не действует судебная и прокурорская система, а также полицейская. То есть это расчет на то, что никто не будет заниматься расследованием. В криминальном блоке полиции работает сейчас очень мало человек, работает за нищенскую зарплату, нищенскую буквально зарплату. То есть зарплата сотрудника уголовного розыска в разы отличается от зарплаты пацана или девчонки, сидящего в патрульном приусе и ковыряющего носу. Ну, добре, если там 8 тысяч, то сколько? Приблизно 8 в полицейских. Ну, скільки, да, где-то могут быть 2 тысячи, то есть меньше 100 долларов. Там, ну, как на это выжить? Какая стимуляция должна быть у сотрудников? Сейчас премьер Гройсман анонсировал повышение зарплат. Вчителям, но, и лекарям. Ну, нет, и минимальный. И сотрудникам, да, уголовного розыска тоже, криминального блока. Но он не анонсировал отмену или пересмотр закона нового уголовного кодекса. Закона, будем говорить, ворах в законе. О отмене некоторых позиций той же самой проверки люстрации, под которую попали люди, ну, реально не причастные к преступлениям коррупционного характера или преступлениям, связанным с политическим преследованием последователей Майдана и так далее. То есть вымело огромное количество людей, вымело судебных экспертов, вымело инспекторов уголовного розыска. Практически полностью вымелась система агентуры, на которой держится огромное количество. Большая часть расследования преступлений проводится по агентурным каналам. То есть агентура нарабатывается десятки лет. Люди, которые ушли, они забрали с собой агентуру. Никто не делится агентурой. То есть у нового состава криминальной полиции у них нет агентуры. Нет или почти нету. Есть точно так же, есть достаточно закрытые подразделения кадровых сотрудников милиции, работающих под прикрытием. Я не буду уточнять, как они называются, но во всяком случае эти люди тоже ушли. То есть непонятно теперь, с чем работать. Для того, чтобы... чистого аркуша треба якимось, да, чином починати, а це, да, неможливо. Для того, чтобы взять, опять-таки я говорил, разрешение на длительные мероприятия, для этого нужны недели. А просто куди пішли всі ті фахівці, пане Євгене? Вони нікуди не йшли, вони сидять вдома. І все. Ні, ну вони ж на щось мають жити. Ну, вони йдуть в якісь структури, предположим, служб безпеки. Вони йдуть до тими ж сторожами на стоянку. Вони можуть йти в кримінальний мір. Ну, люди, у которых более-менее з моралью все в порядку, вони в кримінал не уйдуть. Хоча дуже багато уходять, ну, зараз в полукримінальні структури. А напівкримінальна – це що? Ну, полукриминальная, я называю структуру, где переродившиеся в прошлом бандиты организовали бизнес, банки, конторы, финансовые, какое-то производство чего-то непонятного. Им нужна защита. Есть рейдерские структуры, это под названием охранных структур. То есть туда ушли эти люди. Точно так же, как в обеспечении безопасности тех же воров в законе. То есть те, кто раньше их ловил, ушли для их защиты. То есть тут все по-разному. Каждый устраивается как может. Кто-то спился. Каким чином запобігати злочинності, а не вже по усиливать, факту намагатися? Вернуть сейчас, наверное, надо законодательство менять. Это все процессы одновременные. Менять законодательство, укреплять судебную систему, повышать дисциплину прокурорской службы, провести повторные, может быть, проверки полицейского состава, милицейского состава, поменять законодательство, ужесточить законодательство за сопротивление действиям полиции. Посмотрите, что творится, посмотрите ролики, которые сейчас выходят на YouTube. Мат-перемат в сторону полиции, оскорбления, плевки и так далее. Пацаны, девчонки, они просто теряются, они не знают, что делать. Они психологически не готовы к этому, когда их матом посылают. Они не готовы к применению даже тех нелетальных средств, которые у них есть. Какой-то баллончик там или дубинка, которой они не умеют пользоваться. Они не готовы ее применить. Они выслушивают весь поток грязи, который на них выливается, и они ничего не делают. Они смотрят, что происходит на их глазах, они ничего не делают. Потому что они боятся ответственности. Ну, добре, их можно навчити. Скажи ему, как реагировать. Надо поменять на просто. Тебя матом полицейского послали, взяли, заковали. Один раз тебя послали, все. Це був Євген Лавр, аналітик. Дякую, що завітали. Дякую всім, хто слухав нас. Спасибо. До зустрічі.
На слуху.